Смотрите, они могли напасть и захватить Сюник. Но обратите внимание, они выбрали более хитрую политику. Наш враг, нанося удары, приводя к жертвам, поджигая поля, отрезая дороги сел, захватывая высоты и так далее, вынуждает, чтобы наш народ сам ушел оттуда. То есть они опустошают, создают предусловия для создания коридора, потому что уже не будет населения. Они намного хитрее, чем мы можем себе представить. Они не захватывают, они опустошают, начинают процесс опустошения. Следовательно, в этих условиях мы должны понимать, кто является нашим врагом, а кто другом. Стало быть, для нашего народа должно быть понятно, что нахождение в ОДКБ является концом для нас, что мы потеряем наше отечество. Смотрите, речь уже об озере Севан. Они бьют по Артанишу. То есть он делает то, что говорил, к чести ему. Алиев заявлял, мы должны взять Сюник, потом Ереван, озеро Севан, и что? Мы, сложа руки, подобно кукушке, ждем, когда от нас потребуют следующего птенца.